все поколения граждан нашей страны. Сегодня под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Лапина Александра Павловича проходит церемония возложения венков и цветов памятнику великого человека, легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. Церемония возложения возглавляет полномочный председатель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Цуканов Николай Николаевич. Кроме того, наш военный потенциал был и остается составной частью международной безопасности. Мужчины в нашей стране. Всегда со школьной скамьи и до преклонного возраста священным долгом.